Многие украинцы готовы идти на досрочные парламентские выборы. Таков вывод социологов. В Центре социсследований «София» провели опрос во всех областях Украины и определили политические симпатии граждан. Итак, если бы выборы состоялись в ближайшее время, больше всего респондентов согласны поддержать Батьковщину. Это 12% опрошенных. На втором месте оппозиционный блок «За эту политсилу» готовы проголосовать более 11% участников исследования. И замыкает тройку лидеров БПП «Солидарность» с рейтингом свыше 10%. Подавляющее большинство украинских граждан демонстрирует готовность участвовать в голосовании при проведении парламентских выборов. В частности, 36,4% респондентов указали, что обязательно будут голосовать в случае проведения выборов. Мы действительно у критической черты. Уровень недоверия, разочарования действиями власти крайне высок. Тем не менее, общество демонстрирует высокую степень терпимости. Очень явно проявляются социальные травмы. Кому не доверь, все равно обманут. Готовность переизбирать нардепов объяснима. По словам социологов, большинство украинцев на грани бедности. Согласно еще одному исследованию, 30% опрошенных признались, денег им хватает только на продукты. Чуть больше 40% могут покупать еще и недорогие товары. А 9% даже на еду не хватает денег. К категории обеспеченных людей можно отнести всего 2% населения.